Короче, ребят, всем привет. Смотрите, суть в чем. Я делал конкурс на ножик. Сейчас покажу, какой ножик. Вот это, блядь, бездатный нож. А можно мне запустить? Я сейчас всех... Вот. Вот, стоп. Стоп. Стоп один. О, изумитель. Короче, смотрите. Делал конкурс вот на этот вот ножичек. Sorry. Там надо было сделать репост. Репост, лайк, подписка на канал, короче. Ну, блядь, как обычно делают все там ютуберы, нахуй. И, короче, репостов там, ну, были репосты, но не так много. Типа, я могу разыграть между этими людьми, но я хотел человек 8, 6 минимум. Ну, конечно, 8-10 пизжи будет. Потому что мы залетим. 10 человек я эти отбираю. Если там, например, 15-20 репостов, я отбираю 10 челиков. Мы ебашим с вами вот на эту вот мапу, нахуй. Все, что нужно сделать. Просто разъебать здесь, нахуй, 10 человек. Зарезать последнего и забрать свои ножи. Все, это, блядь, изи, нахуй. Вот. А что надо сделать-то, короче? Я вот эту хуйню сейчас, которую объяснял, выкладываю на YouTube. И там надо, короче, коммент оставить и лайк поставить. Слитная хуйня какая-то. Коммент поставь. Короче. И подпишись на канал, короче. Я всю хуйню проверяю. И там 10 человек потом отберу. И все. И пиздец, ты тут, короче, вот тут вот хуячишься. Все. Сори, мат много, короче, у меня в видосах, но. Поебать вообще мне, я, короче, ну хочу так. Все. Все поняли. Давайте, ебать. Я пошел вам видос нахуй грузить, блядь. Все. Там это спонсор видео, короче, это группа моя, она это в описании, короче, все.